Два чувака. Один чувака. Я же говорил, у меня сейчас самое лучшее оружие в игре, ребят. Это самая злая пушка, которая только возможна. Вот, самое смертоносное оружие, ребята. Главное, чтобы была синяя изолента намотана на рукоятке, чтобы когда стреляешь, оружие так тих, не улетело через себя. Остальное вообще плевать просто. Тупо смерть. Бляха-муха. Идите, поехали. Да, вышка. А, он на вышке, ёпты, иметь хитрец. Да, с таким оружием только на такую дистанцию стрелять. Он аптеку хавает. Сейчас тебе ближе подойду. Давай. Наберешь, блин. Распрыгиваешься быстрее для уклонения? Ну, для уклонения больше, чем быстрее. Это чтобы быстро преодолеть какой-то маленький... Бля, челобот бежит. У него ни хера нету, да? А, альтап. Блядь, там челобот к нам идет. А у меня 4 патрона осталось. Где он, блин? Бля. Сука. Блин. Может там... Может там у тебя ноги просвечивают какие-нибудь, не? Нормально? Пострелял? Кто еще хочет пострелять, не? А вот челобот был в красной куртке, у меня больше всего беспокоит. Тихо. Так. Так. Опа! Сашка у него. Шикарный бабай. Так, а что я сделал? Надо было вот так сделать. О! А крыша паракорд. А, тот, который. Да фиг с ним, они же дешевые. Они там стоят около 30. Вообще смысла нет убрать. Я только не понял, что он по мне вначале не стрелял. Видимо, он пытался это. Ну, типа, я же с пистолетиком, он чувствовал себя в безопасности, скорее всего.
Над нами чел. Все, ногу мне пробил, зараза. Твою меч. Полутать его, может быть. Давай, чел, медицину у меня какую-нибудь. Блин, чел, за что мы с тобой деремся? Мещенко уже унесли. Все уже унесли. А, я убил его. Еще один, их двое, понятно. То есть вы вдвоем меня не могли запушить, да? Воу-воу-воу, потише. Ты сквозь стену там с лазерами стреляешь. Давай, раз, раз, оп. Are you fucking blind? Парни штурмуют. Ага. Блин. По-моему, он сдох. Fire, you fucking idiot! Лампу все поломали, блин, опять ремонт. А, трое было? Ёх твою меч. Нормально вы, парни. Пойдитесь. Гранатка. А, это еще какой-то двоечник в советской каске. Ну, один хрен он был с ними. Все взорвать. Пикинг. Ох, ядрить вот тут типы нормальные. Он в зеленке ходит. Где? Внутри. Внутри зеленки ходит. Я по деревянной лестнице смотрю, вот сейчас у тебя топаю. Слышишь? Понял, я. Привет, я. Вон в зеленке прямо тут, за углом. Минус. Да. Ну, ботов нет у них. Двое. Мне хана, походу. Нет, убегаю, убегаю, нормально, ушел. Двое сверху, один слева, другой справа. Надо мной тип справа. Я знаю, хиляюсь, я вообще красный. У меня 80 хп. Ну это ты уже ушел вправо, блин. Мега жизнями, блин. А, он мимо пошел. Правильно, чел, уходи нахер отсюда. Без тебя тут выжить бы. Этот все еще сидит на палатке. Ладно, пойдем пробовать все.
Либо убил, либо очень сильно надамажил его. О, кто-то серверов идет. Это друг его подошел с серверов, он меня обошел в спину. I could use some cover over here. Ой. И второму залепил хедшотина на ходу. Ну все. Репорт, короче. Парни, репорт залепит. Мне интересно, как я вот этого убил, чела. Лежал. Он просто лежал. Я слышал, как он ползает. Я слышал, как он ползает в палатках. Это ПХ. Понял вас. Один минус. А, это Мия, походу, вообще. Либо Эрсас. Меченку открывают, там вообще нормально себя чувствуют ребята. Гранату есть, чел? Гранату. Одну, ну одну. Ясно, один по кустам уже спрятался. Что ты там шуршишь? Иди сюда. Картан, да? Ладно, ребят. Я все понимаю, конечно. Еще одна крыса, брат. Еда есть, чел? Еда, еда. Коронета. Ну, поехали, алё. Наконец-то. Ну, шорох там туда-сюда. 6 ЧВК убил. Трехи. Только минус 6, прям. У него 61 патрон, вот я говорю, он с М1А сидит на первом этаже и просто как бы отдыхает на 61 патронах, на топовых патронах. Почему бы нет, собственно? Да-да-да. Справа от меня. Так, да, меня тут встречают. Убегает на палатке туда. Возможно, дал голову, не уверен. Теперь точно дал голову. Остался твой, да?
Ты в офисах все еще? Мой. Я в офисах, он справа от меня бегает на верхнем уровне. Да-да, я понял. Ты пробежал зеленую? Да, я пробежал. Дал гранату туда на палатке. Где он? Ты хеклер работаешь? Да, где он? Я в палатке. Я не знаю, я просто простреливал палатки. Понял. В серверах у меня есть. У меня на лифте есть. Да ёпы РСТ. Ладно, поджимаю тёмку. Вот и меня. Да. Убил. Хорош. Тут и степ убитый лежит. Ой, ты я стрелял? Понял, его бот убил. Его убил бит. Еще одна Сашка. Про, по забору работал. Да, я понял. Двухи уже есть типы. Вон он, сука! Левое окно, второй этаж. Убил. Ладно, тебе иду. Братан! Поехали отсюда! Чё-то нашёл. Да ладно! Сука! На второй зашёл. Братик, прикрываем. Спасай меня! Где ты? В месяцке, не... У тебя деньги есть? Деньги есть у тебя? У меня есть... У меня 11. На втором этаже, посмотри. У меня 11, сейчас посмотрим. Закрываю все двери. А машина-то есть, главное? Не знаю, посмотри сейчас. Смотри. Где ты нашел ее? В месяцке просто? Машины нет, да, в месяцке в бумажнике лежала. Хорош, ну. Не лезь вперед пока. Я бейсбол хаваю, бейсбол проверь. Двое. Минус один. Второй где? Походу, да, тоже на том свете. Хорош. Не рискуй. Сейчас. Аккуратненько сейчас все сделаем. А, ну тут такие, понял. Убийцы. Там они и стрелялись на магазине, скорее всего. Почему он, а не я? Перед нами, чувака. Отошел. Сходи, я ушел. Пока не могу. Перевязка нужна. На подавление работаю, просто на подавление. Я не отойду. Просто уйди. Они не знают, что я тут у палатки. Просто отступи и все. Бляха-муха! Моя броня! Пусту! Убил. Ага. О! Живой, нормально? Да. Да. Ядрить? Что за чел тут? Челоботик сидит. Так, да? Да. Едыть броня выдержала. Фух.
У нее 10 хп было, как я выдержал мосинг. Жесть. Ну что, поздравляю тебя, красная карта. Все дела. Продавать будешь? Да не, удалю. Удаляй, правильно что? Мусор, блин, попадается вечно. И тут еще мыша сидит какая-то, блин. Стоит, не стоит. Давай, попробуем. Ну да, тут уже валяется мертвый босс. Пока эти крысы сидели, кто-то лутал боссов уже в этот момент. Даже слышу. Их двое там. Да, двое уходят. Эх, стамина. На шар, походу, пойдут. Бля, живот попал. Чел. Чел ушел. Бля. Да что ты не дохнешь, ты, дядя, блин. А тот чел его не хочет убить, интересно? Это вообще не тот. Там калаш должен быть. Убил, что ли? Он все еще там просто стоит, понимаете? Прошло уже несколько минут, чувак все еще стоит на крыше, как бы, и целится в одну точку, блин. Еще не могу в бок выглянуть. Что мне мешает, не пойму. У них квест на меня какой-то взят, или что, я понять не могу, блин. Я бы мог залезть на эту крышу и убить его, но тогда меня тот чел с медички будет контролить. Давай, до свидания. Так, братец, ты там еще? Чел. Шажочек. Хорошо.
У нас осталось... Чё? У нас осталось чел, который убегал. Он может быть уже где угодно. Просто где угодно. На КПП, на шаре, на камнях, на зеленке. Он, если своего друга не собрал, он будет сейчас контролить тело своего дружбана. А нет, показался. Калашик. Лапу включил. Установку. У него 90-ик. Это вообще не тот чел. А, это тот, за кем мы гнались. Это чел, который ботов убил. Так что, в принципе, даже... Кроме всего этого... Во! Это, кстати, нормально. Блять, не лагай. Тоже ботовский. Он тут скинул свою сумку, видите? С ботовскими всякими приколюхами. А, так, так. Брать. И калаш возьмем, да. Должно быть все хорошо. Так. Давай. Ух. Парни, здорово, с кем не здоровался. 570 человек в чате. Очень приятно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шестерых убил. Ай! Ай, все меня ранит! Блять. Что меня ранило? Что? А? В смысле? Уйди от меня. Чур меня. Херня. Невидимая, что меня бьет? Да, парни, кто там писал? Это не серваки, это просто я играть не умею, понимаете? Когда я говорю, что лагает, это просто я не умею играть, ребят, на самом деле. С каким-то лагом или десинхроном, я вам объясняю, меня убили десинхрон... Увези меня отсюда. А, тебя нету. Что делать?